прошу. Если что-то с тобой случится, слушай, я тебя не прошу. По делу давай. Там с нами засел. Вот там, вот в школе засел. Слушай, давай один раз долбанем его, а? Показывай. Он русского не знает, ни армянина не знает. Показывай. Давай, пошли, поехали. Пошли. Поехали. Смотри, сколько ребят положил! Не стреляйте, я свой! Слово офицера! Я без оружия. Я вхожу. Прости, отец. Так вышло. Трупы убрать. Капитан, вам можно подняться? Да, я. Труп старика заберут мои люди. Это приказ. Что он хочет, а? Он свое дело делает. А что заберет капитан, вернет полковник. Учитель, я прошел войну лично, долгую, кровавую, бесчеловечную, но, наверное, так и не смог объяснить своим ученикам, что оно есть такое,
Это многоголовое, ненасытное чудовище по имени Война. В те первые дни войны мы даже представить не могли, сколько всего нам еще предстоит пережить. Мы даже понятия не имели о той непомерной цене, которую все мы в конечном итоге за все это заплатили. Озверели фрицы. Пятая атака с утра. Боеприпасам хана, командир. Что делать будем? Руки, ноги есть, штыки тоже. Драться будем. Так-то оно так. Только от патронов пользы больше. Верно, Кавказ! Писал. К концу того боя от всего батальона в живых остались только двое. Белорус Станкевич и я, Ибрагимов Азер. Знаете, потом в мирное время я посмотрел очень много фильмов о войне. Я не обсуждаю их и не осуждаю. Но очень часто возникало ощущение того, что люди, которые делают эти фильмы, мало понимают в том, что такое настоящая война. Поверьте, ничего романтического в этом нет. Каким-то чудом, подземными путями, катакомбами, нам удалось выйти к своим. Одну позицию из последних сил удерживали пара командиров и несколько десятков бойцов. Авиация противника практически сравняла крепость с землей. Погибли многие. Оставшиеся в живых оказались в плену. Я бы живым не дался, товарищ редактор. Но я был без сознания, когда меня брали. Ранение в голову. Войдите! Разрешите обратиться, товарищ капитан. Обращайтесь. Товарищ полковник вызывает вас к себе. Хорошо. И это, нам не удалось забрать труп старика. Что значит не удалось? Товарищ полковник отменил ваш приказ. Свободен.
Войдите! Разрешите, товарищ полковник? Проходи, капитан, садись. Присаживайся. А я тут как раз твою долю подсчитывал. Случилось что-то? Случилось, товарищ полковник. Докладывай. Сегодня вверенным мне подразделением и по моему приказу убит ветеран Великой Отечественной войны. Погоди. Так он? Тот, насчет которого вы отменили мой приказ. Так он же снайпер. 5 армян. Снял. Артавас побожился, что никакой он не ветеран. Ветеран орденоносец. Учил местных русскому языку. У меня такой же за Афган. Что мы творим, командир? Так ведь и в нелюди недолго превратиться. Служивые мы, Ваня. Под приказом ходим. И под Богом. Огоньку дашь? А можно просто по имени Ваня? Ну, раз ты его уже знаешь. А мое имя не хочешь узнать? Без надобности, Жанна. Ты уже знаешь? Откуда? Сорока на хвосте принесла. Не весело шутишь, капитан. Есть проблемы? У кого их нет? Не грусти. Она тебе не идет. А вот военная форма идет. А как ты думаешь? Она мне идет? А я тебя в другое не видел. А хочешь увидеть? Жанночка хвастается перед товарищем капитаном, сколько сегодня она врагов положила. 10-15. Им арус нерна, турат галец. Им намусу кезему на цель. До встречи. Скоро увидимся. Артавас, тебя полковник вызывает. Я повторяю вопрос. Где труп гражданина Ибрагимова Азера? Вот. Встать! А ты пошел вон! Я же приказал труп привести сюда. Клянусь Богом! Ты уже клялся сегодня Богом! Когда мы получили ваш приказ, мы отдали его уже туркам. Азерам! Где здесь турки? Надоело, черт возьми, мне ваша феня. Ты разговариваешь с полковником советской армии.
Товарищ полковник, когда мы получили ваш приказ, мы уже отдали его азербайджанцам. Труп господина Ибрагимова. Вы тоже нас поймите, товарищ полковник. Нам деньги с неба не сыпятся. Нас война кормит. И вас тоже. Значит так. Ветеранов, детей и женщин не стрелять. Понятно излагаю? Да. Предупреждаю в последний раз. Если что-то подобное произойдет, за нарушение принципов войны я разверну своих ребят и погляжу, что будет с тобой и с твоими бородачами. Ясно? Да. Я коммунист, товарищ редактор. И всю жизнь старался воспитывать в себе атеиста. Но если есть какой-то высший порядок, высший суд, то самым большим грехом, я думаю, там считается война. Когда люди убивают людей. И кара за эти грехи нас ждет не только на небе, но и на земле. И одно из самых суровых наказаний – это плен. Помоги, Зёме. Зёма? Я такой мне дальше не слышу. Да это земляк по-нашему. Ты помог. Тут человека посадить надо, плохой ночью. Он армянин? Азербайджанец. А тебе не без разницы? Чтобы помочь, без разницы. Вообще, разница большая. Вместо раненого, а? Я такой же раненый, как он. Пошел отсюда. Я бы пошел, но кто мне пустит? Ара, Луди, пусть этот жирный покажет место, куда он ранен. Разнесся туда, там человек умирает. Оставить базар. Человек он и в плену человек. Тем более советский. Уступить место раненому. Потерпи, брат, потерпи. Как говорится, Бог терпел и нам велел. В тот день я так и не пришел в себя. Почти всю оставшуюся дорогу я был без сознания. Уже потом,
Станкевич рассказал, как Рантик помог мне. Тогда мы не знали, что еще долго будем вместе. И что еще не раз будем прикрывать друг друга. Kardeşiz. O ne amel? Manuca. O ne amel? İbrahim. Nationalitet. Nationalitet. Azerbaycan. Это было жерло смерти. Самое настоящее дьявольское жерло, но изобретенное человеком. И сейчас оно принимало новые жертвы, чтобы вскоре поглотить их. Я увидел разные лица. Лица измученные, отрешенные. И смирившиеся. Алло. Говорите. Мам, это я. Здравствуй. Анечка, сыночек, солнце мое ненаглядное. Господи, заждалась я твоего звонка. Тут связь плохая. Как ты? Как ноги? Да что с ними сделается? Ходят покамест. Ты потерпи, слышишь? Я скоро приеду и деньги на операцию привезу. Да бог с ними, с деньгами. Ты себя привези. Больше ничего и не надо. Я вчера звонил, тут связь на час дали. Ты не подходила. Что случилось? Ванечка, бабуню Румы вчера схоронили. Утром вышла на огород, там и представилась. С этого огорода я в нее огурцы таскал. Да что теперь сделаешь? Царствие небесное. Ты мазью-то втираешь? Да втираю, Ванечка, втираю.
Сыночка, ты вот мне что скажи. Тут разное говорят. Из телевизора чего только не услышишь. За кого мы воюем? А? Алло? Алло? Слышу, я слышу. Мы, мама, как всегда, за родину воюем. Помнишь, как дед говорил? Это хорошо, что ты деда не забываешь. Алло? 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 Связь оборвалась. Восстановить? Не надо. Стой, слушай, сколько тебя звать можно? Давай туда, к нам. Там эти празднуют что-то, какой-то коридор взяли. Ты прикинь, армяне коридор взяли. А мне что, на них теперь всю остальную жилплощадь оформить, Серега, что ли? Серега, ты уже все оформил. Давай спать. Да не, Ваня, перестань. Песня недопита, рюмка недопита. А? Да? А, вот да? Где вы, братья, а? Давай пойдем, согреешься, ну. Вот, Сережа наш. Какой тепленький, а? Ты устал, ко мне обращайся. Так точно. Молодец. Товарищи офицеры, у меня предложение. Пойдем вместе тост выпьем за нашу общую победу. Давай, Вань. Пошли? Давай. Давай. Эй, подожди. А? Ты что, обиделся? Да я не обиделся. Парень, ты меня уважаешь, да? Точно. А ты? Здорово, ребята! Здорово, мужики! О, мужики, присаживайся давай. Что? Спасибо. Миро, спасели! Братья! Я поднимаю этот бокал за славное спасели! За славное русское оружие и за его носителей, которые помогают нам в богоугодной войне против врага. За наши исконные земли армянский народ никогда не забывает добра, которое ему делают. Но хочу добавить, что добро и зло он тоже не забывает. И сейчас эти шакалы, турки, ощущают это все на собственной шкуре. Но не будем портить друг другу аппетит. И пока я опустошу этот красивый сосуд, вспомним о многовековой дружбе, незапятнанной дружбе наших двух народов. Вспомним учебник Холмогорова, глава 11, страница 135, русско-турецкая война и так далее. Ай, молодец, Сереж. За офицерство русское. Давай. За русских офицеров. Серега, заканчивай, тебе уже хватит. Завтра... Завтра никто не знает, что будет завтра, Ваня. Это не учение, это война. Это не наша война. Капитан, ты не обижайся на нас за этого старика. Так уж вышло, понимаешь? Вернем мы его. Сами вернем родным. С надбавкой? Да, если получится, с надбавкой. Мы же партнеры. Одно дело делаем. И как всегда, эту надбавку мы поделим между собой, по-братски. Кстати, оплачиваемая работа, как и всякая другая. А чтобы это все у нас хорошо получилось, партнеры должны дружить. Я бы сказал, обязаны. Давай, Ваниджан, выпьем с тобой. Скажи нам что-нибудь. Так, тишина. Товарищ капитан имеет слово. От души говори, капитан. От души так от души. Я предлагаю... Я хочу сказать, что я совсем не знаю вашу историю. И сегодня я пожалел об этом.
Очень интересное начало. Мы все внимательно слушаем. Пожалел потому, что толком не знаю, чья это земля. Но я знаю другое. То, как сегодня погиб один человек, погибают только за свою землю, за свою родину. Выпьем за героя. От души. За героя русские офицеры пьют стоя! Извините. Серега, что же это получается? Он с моим дедом воевал. Его фашистская пуля не взяла, а мы... Я что, фашист? Да нет, все нормально. Нормально все. Не берет меня что-то, не забирает. Они трупы перекупщикам продают? Да. Из этого свой процент имеют. Его надо отдать родным. Я по фотографиям видел, у него есть родные. Это дело чести, это дело моей... Тихо. Ваня, брат, я помогу тебе. Я найду тебе этого перекупа, я найду. Найду. Мы все здесь. Подохли. Живее! Живее, скоты! Anfangen.
Ich brauche neun Mann! Egal welche! Los, komm da! Raus mit dir! Mach schon! Los! Raus da! Russische Soldaten, ich könnte euch allen erschießen. Vergesst meine Güte nicht. Ein deutscher Offizier ist kulturvoll. Ich habe Puschkin und Dostojewski gelesen. Ich schätze sie wie Schiller, Goethe. Und eine Frage. Wer kann Geige spielen? Schuhe ausziehen! Давайте быстрее обувь снимаем. Снимаем быстрее обувь. Так, komm, komm. Nicht stehen bleiben. Los, macht schneller. Auf mit euch. Regt euch. Wolf, Wolf. Gut so. Ein richtiger Soldat soll also brav sein und Glück haben. Abführung. Runter mit euch. Runter geht's. Komm, komm. Los, schneller, mach schon. Schneller, schneller. Verdammt nochmal, schneller. Weg euch. Bewegung, verdammt nochmal. Если человек не прошел концлагерь, он не может знать, что это такое. Это земной ад. Многие не верили, что из лагеря можно совершить побег. Но мечтали об этом, наверное, все. Некоторые решались. Их ловили, вешали и выставляли на всеобщее обозрение. Эти трупы оставляли висеть неделями. Иногда даже больше. Видимо, для пущего устрашения. Каждый заключенный должен был думать и помнить о смерти. А ну-ка, встали все! А ну, шапку снял! Пошел! А кто стоит? Пошел, вперед! Быстрее! А рога есть? Дай попить человеку. А что я сказал? Бахчидана. Бахчидан-сан? Али. Азербайджан-сан? Мен да Карабахлия. Мой земляк наш брат. Так скажи. Менем даем Бахчида. Məşhur kəmançı çalan o. Çor əhədlə, daha kimlərlə, musiqi məclislərində olur. Mansurovların musiqi məclisində iştirak edeyim. O rəhmətə gedəndən sonra kəmançası qaldı mənə. Amma ölməmişdən qabaq rəhmətliyi mənə çox şey öyrətmişdi. Mən də getdim, oxudum. Bu sənətin incəliklərini öyrəndim.
Зюльфина. Тон Шунскина. Музыка мазилистерин доуду. Инди мен сене бир сөз дейчем. Сене инанмаячасын. Мен бир дефа бир музыка мазилисинде Сейид Шунскин мушагайт элемишем. Бир музыка мазилисинде Бülbül бахып дейип ки, бу кимди? Амен кишлер görmüşем. Musiqiçi olmağı əladı sənədi. Mən də musiqiçi olmaq istəyirdim. Atam qoymadı. Dedi, gedəcə başqa peşə tap. Onsuz da Qarabağda oxuyan çoxdur. Mən də getdim rus dili müəllim olmağa. Dil bilmək çox yaxşı idi. Atan düz deyib. Hoşu qaldı Qarabağa. Bilmirəm, onun suyundandı, havasındandı, torpağındandı. Hamının səsi var. Hamının da musiqi istəyirdi. İnşallah buradan sağ çıxsaq. Gedib rus dili müəllim olacağım. Uşaqlara rus dili öyrədəcəm. Мы с Самедом о многом поговорили в ту ночь. Когда речь заходила о музыке, он преображался. Он говорил замечательные слова, очень проникновенные. Я почувствовал себя на родине, услышал звуки нашей музыки, нашей природы. Но в какой-то момент одна шальная мысль просто пронзила меня, и мне захотелось спросить его, умеет ли кеманчист играть на скрипке. Но я не спросил, не решился. Was ist das für Musik? Sie ließ mich aber in graue Vorzeit zurückblicken und ich spürte den Hauch des Altertums. Ich weiß nicht, woher Sie kommen. Sie sind aber ein wunderbarer Musiker. Möchten Sie etwas trinken? Ich muss es ablehnen, Herr Kommandant. Sie müssen? Aber warum? Dort, woher ich komme, trink man nicht mit den Feinden. Ich möchte Sie erinnern, dass Sie mir vor einigen Minuten Beifall geklatscht haben. Ich habe der Musik und dem Musiker Beifall geklatscht. Jetzt sehe ich vor mir einen Faschisten. Naja, es tut mir aufrichtig leid. Leben Sie wohl, Herr Musiker. Выстрел коменданта оборвал жизнь Самеда. Но он же этот выстрел, а вернее то, как повел себя Самед, вернуло многим из нас, узникам концлагеря, чувство собственного достоинства. Он словно напомнил нам всем, что мы прежде всего люди. Единственное, что нам оставалось в этих обстоятельствах, попытаться бежать любой ценой. Тем более, что терять нам было уже нечего. Это тот старик написал, за которого ты вчера пил? Я дверь закрывал. Я точно помню. Не спрашивай меня, как я пришла. Спроси лучше, зачем я пришла? Считай, что спросил. Как ты любишь говорить? Сорока весточку на хвосте принесла, что ты собираешься искать труп этого старика.
Это вопрос? Зачем спрашивать то, что известно? Вот что, Ваня. Если ты это дело не оставишь, скорее Артаваз убьет тебя. Ты уже сорока принесла? Нет. Это я подслушала. И решила тебя предупредить. Следующий вопрос напрашивается сам собой. Ответ очень прост. Я это делаю, потому что ты мне нравишься. Скажи честно, зачем тебе этот старик? На этой войне многие погибли, и ветеранов среди них тоже немало. Это единственный, которого убил я. Лучше не отвечу. А лучше и не надо. А вошла я очень просто. У нас с тобой замки одинаковые. Артюш! Стой! Дело у меня. Продолжай. Тут Сереж, у нашего связного позывные турков. Спрашивает, дать? А зачем они им? Он не сказал. Не сказал? А ну скажи. Джаваншира позывные дашь. Понял? Смотри, не перепутай. На зарплату возьми. Не перепутай. Иди. Петросян Карле. Данильян Вартан. Никоян Суре. Тигранян Дори. Жанночка, а ты не помнишь, сколько нам за голову Джаваншира обещали? При мне об этом разговора не было. Нет? А ты ничего не хочешь мне сказать? Посоветовать хочу. А ну? Русского не трогать. А то проблемы будут. Проблемы? Может быть. Может быть. Ну ты же, Жан, мне плохого не пожелаешь, да? Как опыт показывает. Здорово, пухнул я вчера, ты извини, если что. Зато похмелился с пользой. Как? Да я за полбанки одного армяна раскрутил, про которого я тебе рассказывал. Ну? Ну, короче, Артаваз продал тело местному перекупу по кличке Лед. У него еще холодильник на окраине села. Вот. Промышленный такой, видно, на мясокомбинате спер. Охраняется? Еще бы. Это ж бизнес, елки-мотал. Дорого просит? Не знаю, 10 баксов. У тебя столько есть? У меня и половины нет. И что есть не мои? Ну, значит, будем действовать по-другому. Шутишь? Какие шутки? У тебя один дед воевал. Ну. А у меня оба. И
Это было непростым делом. Очень непростым. Но мы сумели составить план побега. Единственно возможный, как нам казалось. По понятным причинам мы далеко не всех могли посвятить в наш план. Но и среди тех, кого мы посвятили, желающих бежать оказалось не так много. Некоторые боялись не выдержать физически. Ну а некоторые просто струсили. Я их не осуждаю. Я речи говорить не мастак. Была не была. Живы будем, не помрем. Телега едет. Thank you.
Давайте, Батис. Быстрее. Машина коменданта. Быстро. Ханс, колонны. Salud. Ну, кто знает, а? Что на меня смотришь? Я не знаю. Так, слушайте меня внимательно. Каждому отряду нужен командир. Сейчас не до церемоний. Я предлагаю Азара. Как старшего по званию. Возражения есть? Нет. Нет возражений. Принято единогласно. Команду держат. Слушайте мой приказ. Вы сейчас пойдете дальше. Старший Станкевич. А я останусь и задержу их. Иначе не уйдем. Леша, карабин. Но... Никаких но. Я стреляю лучше. Выполняйте. Ты что задумал, брат? Мы вместе. Командир не задумывает, а принимает решение. Ну что, командить нельзя? Нельзя! Там болото дальше. Правильно. Значит, немцы туда не полезут. Выполняйте! Давайте, быстрее! Есть! Gut, ohne Hunde werden wir es schwierig haben. Wir fangen sie nicht. Brauchen wir nicht. Weit beginnt das Sumpfgebiet. Sie sind Todeskandidaten. Стой! Собак не слышно. А вы поняли? Собак не слышно. И стрельбы тоже. Неужели пронесло? В болото пойдем цепью. Нет, нет, подожди. Азера подождем. Вдруг он живой. Живой он. Сюда идет. Дай, Господь. В жизни каждого из нас обязательно случаются особые мгновения, ни с чем не сравнимые, неповторимые. Можно быть изголодавшимся, грязным, измученным, находиться на краю жизни, не знать, что тебя ждет дальше, но вместе с тем быть абсолютно и оглушительно счастливым. Ведь нам удалось бежать из ада. В этот миг мы забыли о войне. Нам казалось, что она закончилась.
и что все самое трудное уже позади и никогда не повторится. Но нам еще нужно было пройти через болото. Никого. Дяденьки, вы немцы? Не немцы, мы свои. Ты малец, почему один здесь? Мамка меня тут схоронила, а их немцы в амбар погнали. И мамку, и сестренку, и соседей, всех-всех. А дядька на фронте, он бы им показал, фашистам проклятым. Что-то многовато их. Подумать надо. А что тут думать? Карабины, два пистолета против такой арабы – это гиблая смерть. А чего из лагеря бежали? Чтобы в хлеву отсиживаться. Ну не под пули же подставляться. Это мы и в лагере могли. Сами же говорили, дело добровольное. Я не могу так уйти. Я тоже. Между прочим, у нас командир есть. Сами выбирали. Извиняйте, братцы, у меня у самого дома трое таких малых. И все, между прочим, батьку ждут.
Я пойду прорываться к нашим. Будет там мне мой командир. Господь, помощь. Спасибо за все. Пусть идут, командир. Все равно от них нет толку. Из козлов молока не выдаешь. Думайте, братцы, про нас, что хотите, а мы пошли. Ну, бывайте. Судьба иногда распоряжается вопреки обстоятельствам. Так мы соединились с партизанским отрядом, в составе которого участвовали во многих сражениях. Когда линия фронта подошла к нам, за нами числилось 28 пущенных под откос поездов, 67 уничтоженных танков и орудий, 15 взорванных военных складов. А о живой силе противника, которую мы уничтожили, я уже и не говорю. Она исчислялась тысячами. Что случилось? Отели по станции взорвали.
Войдите. Че, капитан, спишь? Заходи, Серега. Ну что, получилось? Думаю, да. Короче, встреча с полевым командиром состоится завтра в 8 утра. Ущелье Сары... Сары-Гая. Да. Недалеко. Полевого командира зовут Джаваншир. Знакомое имя. Армяне часто перетирают его. Все мои переговоры они могли прослушивать. Ну и черт с ними. Ну, значит, труп будем забирать на рассвете. Спасибо, Серега. Да не за что. Тут слушок прошел от начальства, что передислоцируют нас в Приднестровье. Я пас. Домой поеду. Брось, Вань. На меня тоже бывает накатывает. Пройдет. Думаешь, пройдет? Не сомневайся. Крестьянина земля кормит, волка ноги, а солдата... Война. Ладно, бывай. Вопрос есть? А если она передумает? Аймарт, ты можешь хотя бы иногда шевелить мозгами для разнообразия? Если передумают, свяжутся с Джаванширом, а мы перехватим. Это раз. Если у них не выгорит с трупом, Джаваншир об этом не узнает и будет ждать нас у ущелья. Что нам на руку? Это два. Аскаца. А Лед знает, что они придут? Лед почему-то на связь не выходит. Но это нас, Жаночка, не должно волновать. Понимаешь? Как выгорит, выгорит. Самое главное, что при любом раскладе мы получаем Джаваншира. Если получится, конечно. Все. Спать. Завтра у нас трудный день. Очень трудный. Жаночка, слово хочу сказать. Савин свободен. Понимаешь, русские не турки. Они не враги нам, но и не друзья. Партнеры. А партнеры не всегда бывают друзьями. Я хочу, чтобы ты точно уловила тонкость. Послушай, Артавас, я привыкла сама иметь суждения и делать выводы. Я это ценю в тебе, Жанна-чан. Но мы можем иногда обмениваться советами. Я так думаю, да? С тобой я говорю. Если я буду нуждаться в твоем совете, я тебе скажу. Спокойной ночи.
Значит так, мы тут с комиссаром посовещались и решили разработать план операции по освобождению наших военнопленных, которых немцы везут в Освенцим, в топки. Это хорошо охраняемые два товарных вагона. Номера мы не знаем, где они будут стоять, не знаем, а также неизвестно, где находятся эти вагоны, в начале, в середине или в конце. Поезд прибывает завтра, ориентировочно в 19:30. Время стоянки 3 часа. Спасибо. Временное исправление ошибок не будет. Поэтому ошибок не должно быть. Я понимаю сложность всей операции, но приказы командования обсуждению не подлежат. До завтра должен быть разработан план операции. И чтобы комар носа не подточил. И без залихватства, Азер, это тебя касается. Все необходимо сделать четко. И постарайтесь, товарищи, без потерь. У меня все. Вопросы есть? Нет. Свободны. Ну что думаешь, командир, получится у них? Да ребята битые, сработали чисто. Николай, один спрашивает, обед скоро будет. Минут 20 еще. Все готовы. Готовитесь? Да, да, Натуча, готовимся. Да. Слушай, почему ты бреешься? Мой тетя Айкануш всегда говорила, борода украшает мужчину. Да. Я из Хакасии. А где ты? В Алтае. А у нас мудрецы говорят, что каждый мужчина должен уметь петь. Да. Вот так, смотри. Thank you.
Ладно, отдыхают, идите. Может, и нам бутылочку дадут, а, Коль? Не о том думаешь, служивый. Des Führers. Er hat heute Geburtstag. Ich bitte um Verzeihung, meine Herren. Geh. Ich denke, ich habe mich verlaufen. Ich suche damals. Können Sie mich helfen? Das ist super. Noch ein Blut. Bitte? Danke. Венчима не довезли. А ты кто, браток? Партизанами. Передай всем, сейчас будет стрельба. Пусть все лягут на пол. Понял, брат. Сели.
Тогда нам удалось освободить наших пленных и остаться в живых. Это была небольшая, но очень важная победа. Мы обрели уверенность. Мы защищали нашу родину, и хотя конец войны был еще не близок, мы уже могли радоваться, могли любить, могли строить планы на будущее. Здесь особый объект. Мы к лёду. А что, он ждёт? Дело есть. Ашот, к нас Русмель Егеле. Сильно рвануло? Где? Ну... Часто, что ли? Ну да. Бывает и хуже. Проезжайте. Пойдем. Спички есть? Найдем. Тарик, холодильник и бейте три. А это шат Сандра. Сандра. Хозяина зовут Акоп Варданович. Он клички не любит. Здравствуйте, товарищ капитан. Доброе утро. Давай я угадаю. Вы пришли за вашими ребятами. Они уже 3 дня здесь, у нас. Давайте заберите их. Понимаете, у нас и так места нет. Не угадали. Мне нужен азербайджанец, старик. Ветеран той войны. Азербайджанец? А то я думал, что меня посетил офицер, оказывается, бизнесмен. А зачем тебе азербайджанец? Долго объяснять. Дороговатый, старик, дороговатый. Не меньше 25 тысяч долларов американских. Мне нужен этот старик. Это я понял. А может быть, вы предложите что-нибудь другое? Ну, бартер, например. Бартер? Да. Бартер. Давайте по-человечески! Поздно по-человечески! Сейчас!
Пусть вынесут труп старика к машине. Вынесите труп ветерана. Вынесите труп старика к машине. Капитан, я не воюю с русскими. Не воюю с русскими, капитан. Капитан, я лёд, потому что у меня холодильники. А потому что у меня разум холодный. Пусть покажет лицо. Лицо покажите. В машину. В машину. Лав, лав, ахвенчан, лав. Серега, ты как? Живой я, нормально. Все, все, заберите ваш труп и уходите. В машину. Давай, все. Подожди, Акриха. Я не воюю с русскими. Давайте, уходите. Сначала грузи. Аккуратнее. Не дай моим. Кто прости, живой? Серега. Скоро дома буду. Из-за меня все. Прости, Ваня, что не довел дело до конца. Ничего. Еще немного осталось. Береги себя. Ты тоже. Мы еще повоюем. Давайте, брат, не толпитесь. Давайте, быстрее. Грузим, брат. Заводи вертушку. Бывает. Давай. Проходи, проходи, не толпись. Всем места хватит. Напрасно ты меня не послушал. Надо было и тебе улетать. Не могу, товарищ полковник. Должок надо вернуть. Что-то напортачили мы с тобой, Ваня. Подмогу возьмешь? Нет. И так уже постреляли. Товарищ полковник, у Лёда... Кто таков? Акоп Варданович, перекупщик. Трое наших остались лежать. Прикажите забрать. Распоряжусь. Разрешите идти? Ступай с Богом. Гоша, связь есть? Нет, еще часа два не будет. Слушай, будь другом. Позвони, скажи, жив-здоров, скоро буду, очень люблю. Вот номер. Будет сделано. Жене? Маме. Сказали. Поэты, писатели, и ваши, и наши. Соревноваться с ними стыдно.
Ах ты хитрец. Ушел от ответа? Я не ушел. Не ушел? Тогда отвечай своими словами. Хорошо, отвечаю. Отвечай. Надя, я не знаю, что такое любовь. Зато я знаю, что я тебя очень люблю. Все эти писатели тебе в подметки не годятся. А ты ребеночка хочешь? Хочу. В наших рядах оказался предатель. Выдал местоположение нашего отряда. Немцы сумели обезвредить наших дозорных, взяли нас в кольцо и обрушили шквал огня. Большая часть отряда полегла, а маленькой кучке оставшихся в живых все же удалось выйти с окружения. У человеческой жизни на войне одна цена. Другие человеческие жизни. Нас спасли те, кто погибли. А меня спасла Надя и мой неродившийся ребенок. Оказалось, что на той войне я потерял не только товарищей, но и семью. Я буду жить дальше. И, как выяснится, проживу довольно долго. Я буду работать, буду стараться приносить пользу своей родине на том скромном месте, на котором окажусь. Но я всегда буду оглядываться назад, думая о том, что самая большая несправедливость, которая только может выпасть на долю человека, это война. После того, как мы вышли к своим, нас присоединили к регулярным воинским частям 2-го Белорусского фронта, в составе которого я дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Был несколько раз ранен и награжден орденами и медалями. Ama bu meseleden hiç gözüm su içmir. Teleye okşuyor. Okşuyur okşamır, gitmeliyiz de. Gitmeyine gedirik ama hara gedirik? Bu Rus kimdir? Niye müəllimin meydini bize pulsuz vermek istiyor? Marağı nedir? Gelsin soruşarıq. Biz gitmeye bilmeliyiz. Azer müəllim bizim hamızın müəllim olur. O bize çok şey öğretir. Tek ders demeyeyim. Dövüşmeyi de. Eyleşim başına gideyim. Gittik. Ну что там? Они клюнули. Это он.
капитан Иванов. Полевой командир Чаванщик. Сам он здесь. Шалар, аппарат. Мы входили в село. Боевик сказал, что засел снайпер. Короче, мы шмальнули. Когда я вошел, я увидел, что это не снайпер. Он отстреливался до последнего. И погиб как герой в бою. Шана, смотри. Второго шанса у тебя может не быть. Так что стреляй наверняка. Поняла? Он все время прикрывает его. Зачем вы сейчас это делаете? Замаливаете грех? Нет. Он воевал с моим дедом. И к ветеранам нужна особа. Боишься своего попасть, а? Он не мой. Что я тебя не знаю, Шара? Ты бы уже давно обоих положила, если не твой Ваня. Откнись. Ты мне мешаешь. Спасибо, что поняли все правильно. Целый. Жанна. Жанна. И самое последнее. Я воевал с фашистами. Я и учеников своих поправлял правильнее говорить не с немцами, а с фашистами. Воевал вместе с людьми разных национальностей. Воевал плечом к плечу с белорусом, армянином, русским. Воевал за свою родину. Сейчас я снова буду воевать за свою родину. Но стрелять в кого? Как это случилось? Как мы это допустили? Чему мы и я в том числе не доучили наших детей, наших внуков. Это ведь они сейчас воюют. И не с фашистами, а с друзьями, бывшими. С теми, кого мы когда-то приютили на своей земле. С теми, с кем возделывали эту землю и делили хлеб. Я не прошу, товарищ редактор, чтобы вы ответили мне на эти вопросы. Да вы и не сможете. Потому что, когда вы будете держать в руках эту тетрадь, я уже не буду значиться в списках живых. С уважением, Ибрагим Вазер.